Волк и семеро козлят. По мотивам русской народной сказки. В светлом и просторном доме, возле самого леса, вдали от деревни, жили мама-коза и семеро ее козлят. Однажды утром мама-коза сказала своим козлятам: «У нас кончается еда. Пойду-ка я в деревню, куплю молока. Вы остаетесь дома одни. Ведите себя примерно. Никому не открывайте дверь до моего возвращения. Будьте осторожны. В лесу живет злой-призлой волк. Смотрите, не пускайте его в дом». «Не тревожься, мамочка!» — ответили козлята. Мама-коза взяла бидон и вышла из дому. Прознал злой волк, что козлята остались в доме одни, и сказал сам себе: «Да, проголодался я изрядно. Коза ушла, навещу-ка я ее глупых деток. 7 маленьких упитанных козлят — вовсе неплохой ужин». Волк подошел к дому, постучал в дверь и проговорил своим низким голосом: «Это я, ваша мама-коза. Открывайте быстрее». «Нет, ты не мама-коза. У нашей мамы ласковый, нежный голос, а у тебя грубый и злой. Ты волк! Уходи скорее, злой волчище!» — ответили маленькие козлята. Волк поспешил в деревню, купил у пасечника горшочек с медом, проглотил его одним махом, чтобы голос стал тоньше, и вернулся к дому, где жили козлята. «Это я, ваша мама-коза. Откройте мне дверь, впустите меня!» — тонким голосом проговорил волк. Да забылся волчище и случайно оперся лапой на оконное стекло. Увидели это козлята и ответили обманщику: «Нет, ты не мама-коза. У нашей мамы красивые белые копытца, а у тебя противная черная лапа. Уходи, волк!» Снова побежал волк в деревню. Пришел к мельнику и попросил у него муки. Обсыпал свою черную лапу мукой и вернулся к дому, где жили маленькие козлята. Постучал в дверь. Тук-тук. «Это я, ваша мама-коза. Быстрее отоприте мне дверь, я принесла вам молочка», — сказал волк тоненьким голосом, да при этом оперся на оконное стекло белой от муки лапой. Козлята, не раздумывая, открыли дверь. И тут только увидели, что впустили волка. Закричали козлята от страха и попрятались кто куда. Первый спрятался под кроватью, второй — под столом, третий — за занавеской у самого окна, четвертый — в больших напольных часах, пятый — в чулане, шестой — за дверью, седьмой — за комодом. Но волк нашел козлят и съел их всех, кроме одного козленка, который спрятался в больших старинных часах.
Немного погодя, вернулась мама-коза. Увидела открытую дверь и беспорядок в доме и стала звать: «Козлятки мои, ребятки мои, найдитесь, отзовитесь!» Козленок выбрался из своего убежища и рассказал маме обо всем, что случилось, пока ее не было дома. Стала коза горько плакать, а потом и говорит: «Сынок, принеси мне ножницы, толстую нитку и иголку, и пойдем искать волка». Козленок мигом исполнил мамину просьбу, и пошли они к реке. Вдруг они услышали громкий храп, раздававшийся далеко вокруг. Волк лежал на берегу и спал крепким сном. Большими ножницами мама-коза разрезала волку брюхо. Чик-чик-чик. И все козлята выскочили оттуда один за другим. Вот было радости! «Пусть каждый из вас, дети, принесет по большому круглому камню», сказала мама-коза. Козлята взяли по одному камню и принесли их маме. Мудрая мама-коза положила все камни в брюхо волку и зашила его толстой ниткой. Волк по-прежнему спал очень крепко. «Теперь, детки мои, — сказала коза, — поспешим-ка домой, пока волк не проснулся». Когда серый волк проснулся, ему очень захотелось пить. «А, как тяжело! Слишком много маленьких козлят съел я сегодня!» Подумал волк и подошел к воде. Но камни были такими тяжелыми, что волк не удержался и упал в реку. Больше в тех краях никто и слыхом не слыхивал о злом волке.